друзья, с вами Денис Кочерга, и мы вновь продолжаем проходить Гарри Поттера и Узник Азкабана. В прошлый раз мы, прошли Квиддич на ролике, до этого играли Гермионкой за милого кролика и дракончиком. Продолжаем, как говорится, дальше. Спасибо, что нас смотрите. Приглашайте друзей, ставьте лайки. Приятного просмотра. О, дементор! Нет, Гарри, сосредоточься. Богарт принял облик дементора, чтобы сыграть на твоих страхах. Экспекто патрону! Экспекто патрону! Когда дементор, или в данном случае Богарт, несколько, от одного их присутствия тебя, скорее всего, парализует. Богарта можно обезвредить с помощью заклинания Патронус. К сожалению, только на время. Чтобы победить этих существ, нужно успеть сотворить заклинание на каждого Богарта, находящегося в комнате, пока заклинание не выдохлось. Получилось! Гарри, ты молодец. Похоже, ты овладел этим заклинанием. Отлично! О, а здесь еще и карточка. Бабка какая-то, блядь, старая. Чё? О? О, нет! Эксперто патрону! Блядь. Эксперто патрону! Экспекто патрону! Экспекто патрону! Экспекто патрону! Гарри, ты молодец. Все прошло очень неплохо. А за ловушку и все прочее... Ну, извини меня. Это было необходимо, чтобы увидеть, как ты будешь действовать, если дементоры захватят тебя врасплох. Ты справился великолепно. Спасибо, профессор Люпин. Ну, окей. После урока Гарри спросил профессора Люпина, правда ли, будто Сириус Блэк и его отец были друзьями. Казалось, этот вопрос обеспокоил профессора Люпина. Он сказал лишь, что некогда знал Сириуса. Или думал, что знает. Да! Короста исчезла. А знаешь, что я нашел на полу? Кошачью шерсть. Рыжую кошачью шерсть. Не думаешь же ты, что живоглот? Я только что узнал. Они собираются казнить Клювокрыла за то, что он напал на Малфоя. Нет, не может быть. Малфой сам во всем виноват. Пусть его и наказывают. Но ведь наверняка же что-нибудь можно сделать. Подать апелляцию. Есть идея. Давайте напишем жалобу. В какой-то книге точно писали о суде над гиппогрифом. И тогда зверя оправдали. Пойдемте в библиотеку. Мне нужно найти эту книгу. Я пойду. Но твой кот Гермиона надоел мне окончательно. Интересно, а где мадам Пинс? Может, живоглот и до нее добрался? Нам обязательно разрешат просмотреть книги, где упоминаются суды над гиппогрифами. У нас чрезвычайные обстоятельства. Они хранятся в отделе юридической литературы, но там заперто. Должен быть и другой способ туда забраться. Ну ладно, но давайте постараемся не вляпаться в какие-нибудь неприятности. Неприятности? А кто сказал, что у нас будут неприятности? Вот и неприятности. Депульсо! 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 Да сколько вас? Депульсо! 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 Рон, проводи нас в отдел юридической литературы. Отлично!
Рон, рыжий хуй. Так. Да, клювокрыла, кстати, жалко. Неохота, чтобы его уничтожили, эту птичку. Маленькую, хорошую птичку. На нем классно было летать. Еще? И все? Так. Ну лады. То есть вроде мы все обыскали, да? Так. А дальше? А они как попадут, вопрос. Ничего себе! Здесь лестница! А чё теперь только за Гермиону? О, карточка. Так. А Гарри как попадет, алло. Алхамора! Рон, я заберу. Рон, Гарри, поищите коросту. Если по карте мадам Пинс, мы тебя предупредим. Че, стелс, что ли? Да, было бы стрёмно, если будет стелс. Опа-на! В жопу вас! Ага. Йо. Так, вопрос. А зачем управлять драконом? Точнее, для чего? Для этого, что ли? Спасибо, няшечка, кавояшечка. Так. И все? Так просто взять эту книгу? Вот эта книга! Отлично! А теперь скорее к Хагриду! Ну что, узнала, как помочь Клювокрылу? Да, а книга уже лежит в доме Хагрида. Погоди, как ты это делаешь? Мы же только что с тобой расстались. Ну, я прошла короткой дорогой. Если мы не хотим опоздать на урок заклинаний, то пора туда отправляться. Занятия проходят вон там. Фу! Уберите от меня эту пакость! Бежим! Она совсем свихнулась! О, нет! Давай-ка продолжим поиски. А разве нам не пора на урок заклинаний? Да, но думаю, мы найдем время, чтобы разобраться со всеми делами. Решай, Гарри! Чё?
лицо! Алахамона! То есть карточки нету, да? Жалко. Так, а что нам делать по сюжетке? Так, посетите урок заклинаний, третий этаж. Третий этаж. Третий этаж. Так, а проблема у чуваков на каком этаже была? Эй, Гарри! Но? Гарри, не хочешь пополнить свою коллекцию? Отлично, договорились. На здоровье, Гарри. Еще есть? Гарри, карточку купить не желаешь? Отлично, договорились. На здоровье, Гарри. А мы сможем, интересно, все так купить? Эй, ребята, вам случайно карточки не нужны? Отлично, договорились. До встречи. Чё, всё, что ли, или ещё есть? Гарри, карточку купить не желаешь? Отлично, договорились. Спасибо большое. Так. Вы собираете карточки? Могу предложить одну очень редкую. А, кстати, и Слизерин. О, я это беру. До встречи. Эй, ребята, вам случайно карточки не нужны? О, я это беру. До встречи. Гарри, карточку купить не желаешь? Ладно, идет. О, у нас уже почти 60. А, уже все. Распродала. Так, а что нам по заданию делать? Где-то что-то происходит же, по-моему, да? Так. Фортуна майор. Тут закрыто. Тут ничего не происходит. Привет, Фред. Привет, Джордж. А, вы продаете тыковки? Жабы. Наш шоколад позволит тебе восстановить здоровье с первого же кусочка. Лады, покупаю. О, все вроде полные жизни. Все только и говорят о суде над Клювокрылым. Говорят, если его признают виновным, то его могут, ну, казнить. Да, этого бы не хотелось. Извините. Просто что-то... отрыжка была. Так. Фортуна майор! Так, а на каком этаже что-то может происходить? А то просто они от книг убегали. Теперь я думаю, где это? Мне ж интересно ребятам помочь.
Это не тут. Так. Тут тоже вряд ли. Вообще, вроде как бы нам на третий этаж. Урок заклинаний. Что на втором этаже? Тут что-то происходит на втором этаже? Нет, здесь ничего не происходит. Так. Ладно. Может, они на улицу выбежали? Что? Нет, это понятно. Может, они вниз побежали? Не, внизу тут ничего нету. Блин, вот если это был просто ролик, это будет реально обидно. Если это был просто ролик. Сейчас проверим. Или они на том этаже? Скорее всего. Да, чудо мои подозрения. По-моему, профессор Люпин постоянно какой-то бледный. Он часом не болен? Так. Ладно, пошлите на тот этаж, что ли. Не, можно еще на улицу выйти, но маловероятно, что на улице будет что-то происходить. Сейчас проверим. Так. Да уж. Блин, скорее всего там. Как я и предполагал. Как я, в принципе, и предполагал. Скорее всего, это был ролик, наверное. А так хотелось ребятам помочь. Реально. Так, на какой там этаж нам нужно? Там на третий?
Ну да. Зеленый сыр. Так. Третий этаж. Здравствуйте, я профессор Флитвик. Начинаем изучать. Сегодня мы учим очень полезное заклинание, которое называется Глациус. Ну-ка, кто хочет показать, как это делается? Стоп. А там же было... Сейчас, мне просто интересно. Это хорошо, что я сохранился. Так. Так, на третий этаж нам надо, да? Понятно, значит, на заклинание вроде по сюжетке нужно. Поэтому, наверное, вот то сохранение, это, наверное, битва с книгой. Сейчас проверим мою теорию. Там буйствует какая-то кошмарная книга. Надеюсь, вы пришли ее утихомирить. За каждую победу в награду положена карточка. Всего таких карточек 5. Не волнуйся, мы обо всем позаботимся. А, все, я понял. Я бы осталась и помогла, но я опаздываю. Да, сильно опаздываю. Ага. Староста сказал, что мы получим все 5 карточек, если сумеем задать этой заразе хорошую трёпку. Окей. Да ё-моё. Так. Да ё-моё. Да вали ты. Рон, я уверена, что теперь ты колдуешь куда лучше, чем раньше. Ну, пополните ХП. Наконец-то. Искусственный интеллект. Если мы сумеем добить это чудовище, то получим последнюю карточку из набора. Так. Поехали. Депульсо!
Так и надо этой чудовищной книге про чудищ. Фуф, ну и гнусная же книжка. Гермиона! Что Гермиона? Идиот. О, кто-нибудь ХП возьмите. А, у вас полная. Так, мы взяли эту... Как её... Так. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь карточек. Не, может даже больше. Ну да ладно. Главное, что мы завалили эту тварь. Пожалуй, нам уже пора на урок заклинаний. Вы идете на урок заклинаний, так? Это на третьем этаже, верно? Ну да, конечно, что-то я запутался. Ладно, увидимся там. Так. А, 63 из 80. Короче, еще прилично, в принципе, собирать. Хм. Практикум, значит, я почему-то не мог по какой-то причине собрать. Значит, остался Гладциус. Ага. Вот оно как. Так, а тут еще... Три тайника. Да уж. Где они? Так. Ладно. Вы идете на урок заклинаний, так? Это на третьем этаже, верно? Ну да, конечно. Что-то я запутался. Ладно, увидимся там. Ладно. Здравствуйте, я профессор Флитвик. Начинаем изучать. Сегодня мы выучим очень полезное заклинание, которое называется Гладциус. Ну-ка, кто хочет показать, как это делается? О, это будет Гарри Поттер. Пройдя через эту дверь, вы сможете попрактиковаться в заклинании Гладциус. Гарри, заклинание Гладциус позволяет замораживать все, что можно заморозить. Давайте начнем с амазонской саламандры. А теперь осторожнее, тебе нужно обезвредить и саламандру, и ее огонь. Итак, попробуйте. Окей. Кстати, саламандры были, по-моему, даже в этом, в покемоне. Точно.
Лацмус! Рексусембра! Замечательно, Гарри! В этом, по-моему, его звали еще, по-моему, Чармандер. 100% я еще помню. Так, 10 этих. А теперь, Гарри, проверим, сможете ли вы заморозить эту воду при помощи заклинания Глациус. Давай. Глациус! Отлично! Ух ты! Это лед! Гарри, у вас есть шанс хорошо повеселиться. Попробуйте прокатиться по этому. Если хотите повернуться, нажмите на клавишу со стрелкой влево или вправо. Чтобы двигаться быстрее, нажмите клавишу со стрелкой вверх. А если медленнее, со стрелкой вниз. Идите. Увидимся после того, как вы выполните задание. Кстати, мне этот уровень напоминает скатиться, что было на PS1. А в тайной комнате, когда мы добирались на косую аллею, то есть когда он через печку прыгал, и мы по подобной дорожке спускались. Короче, это было очень круто. Да и тут тоже круто. Уху! Та-да-дам, та-да-дам. Круто. Реально прикольное ощущение. Уху! Прикольно прокатиться. Опа! Так, и на этом мы, наверное, закончим, дамы и господа. Спасибо, что смотрели Гарри Поттер. Смотрели Гарри Поттера. Ставьте лайки, приглашайте друзей. Чем больше будет подписчиков и поддержки канала, тем больше мы будем радовать вас интересному контенту, интересному материалу. Задавайте вопросы в ВК или в Фейсбуке. С вами был Денис Кочерга. Всем до встречи. До новых встреч.